Руки под коромысло. Я так понимаю, будем спускаться, да? Кстати, будем тебе на язык. Я надеюсь все-таки на лучшее. Есть еще шанс. Да, шансы есть еще. Зависит не только от температуры, но и от силы его ветра, как он скалу огибает. Ну да, вопрос только в том, что ветер этот создает энергию солнца. Блин, ну ощущение, конечно, вообще несравнимо. Классно. Ну а достаточно.
вообще, ну, прям. Ну, потому что солнышко. Видишь, иногда каждая минута очень дорога. Да. Хотя бы не на 10 минут позже. В день так выходит. Это четвертый сезон. Ну, и максимум сколько вы влетали? В день выходит. Ничего себе. Мы туда не летим, потому что. Ну да. Везде спускает. Держит только здесь. Ну, слава богу, еще хоть как-то поднялось. То, что поковыряемся тут, ну. Вот тоже неплохо будет, да. Для тебя. Мне так вообще первый раз я лечу, так что. Тебе этого вполне будет достаточно. Да, 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 да. Тоже был муж с женой. Ага. Мы тоже с ней полетели, выкрутили, охренеть, как выкрутили. Вот, но ей плохо стало. Ага. Мы пошли на посадку. Вот. А с хлопцем тоже тут терлись, вот так вот, как с тобой. Фаза между этими восходящими потоками все это мешает. Сейчас сливать всех вниз, то смысл туда лететь. Ну да, да. Ветер, температура, ты все это учитываешь. Да, конечно. Вот. Это все знания, это все опыт. Если мы с тобой здесь крутимся, значит, надо знать, что делать. Да, 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 конечно. А мы ни хера не понимаем. Полетели туда, полетели вверх. Ага. Ты ему объясняешь, мы летаем за счет энергии солнца. Ну, конечно, да. Солнце есть, мы летаем. Солнца нету, мы не летаем. Конечно, еще такие виды прям. Наверное, не самые, конечно, крутые в мире, но.
полете залетели, наверное, раза в два. Вот тут белый пароход. Да, мы очень высоко. Наверное, когда летаешь, так вообще кайф лететь. Ну да. Не хочет нас хорошо поднимать. Мы с супругой твоей видел, как нас да. с ручкой подняло. Мы хороший переходик сделали. Выше ватерлинии пошли туда. И все, потом крутили сразу в поточек. Один, во второй, в третий. Так дин-дин-дин-дин-дин. Перескочили с одного в другой с набориком. Угу. Пошли в основной большой и ушли. Все так умыряются. Да. Солнце спряталось. Так, чем это? Посадочка. Да. Ты сейчас смотришь, сосед заховалась. При посадке мне надо знать что-то. Ну да. Ножки вместе, полусогнуты, полунапряжены. Ага. Ступни параллельно земле. Понял. Вот, вот так вот приподними. Ага. Вместе держи. Ага. Вместе, вместе, вместе. Вот так, да? Да, да, да. Становимся. Угу. Оп. Оп.